кстати говоря, намного раньше определилась и поняла значение. У нас вообще уникальная страна в определенном отношении, отношениях Украины и НАТО. Есть два таких соревнования. Началась только в 2000 году, после 2000 года. И такой толчок, самое основное, от НАТО, что с войной, о том, что такое НАТО, на каких принципах основано. Я в России литовского посольства.